Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Португалию Sid Meier's Civilization 6 с последним патчем и на 8 человек. Если вы случайно наткнулись на это видео и не знаете, что происходило в начале, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании этого ролика. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, мне кажется, мне достаточно спутник. Я не думаю, что я могу улететь каким-то другим, ну, способом вообще тут. У меня нету вообще никаких... Может быть, если только инженер на 100% здесь будет. Только таким... А он мне там... О боже. Да, автоматом уже где-то бегает там. Полетели еще и ракеты. О, сбили, да. Хотя бы одну. Именно тут я пришел порт. Так, ребят, ну теперь уже вы как-то ничего там... Я слагал, вы хоть как там разберите, расскажите этот космопорт как-нибудь там, кавалерий, чем угодно. Я свою миссию выполню. Это прикол, вы, конечно, не под конец игры приготовили. Американец, а у тебя дружба еще сколько? С этим. С испанцем. 10 ходов. То есть он улетит все-таки. Немец, у тебя сколько дружба? Что за интерес в конце игры заключать дружбу? Это тоже не понимаю. Так, космопорт. Наверное, не трогаем. Проект Манхэттен тоже нету смысла, мне кажется. Да слушайте, еще 22 хода, может попробовать космопорты? Поставить. То есть он как раз построится к тому моменту, когда ускорялки можно будет делать. Блин, мне это нравится. Полностью разрушенный город в ядерном ударе, но она проводит фестивали на театральной площади. Так, сколько стоит самолет? Крыться, вы там сдохли, а мы в рай попадем. 1400, давайте Уинка попросим. Мне ему даже дать нечего. Инк, предложение. Лахор хотел. Ну вот это вот жопа, конечно, что компьютер проголосовал участвовать. Ну, не, я уже вряд ли улечу. Мне еще 8 ходов теперь открывать эти ускорялки. Скорее всего, без шансов, да? Так это ж здорово. Ну, чел, возьми пограбь, короче, этих у канадцев там кампуса какие-нибудь.
Всегда есть шанс. А все, разбомбил ему. Так, надо по этим пройтись. По шпионам. Подрыв плотины. Странно, я же сюда отправил, вроде как... Она уже... Блин. Хорошо, куда еще? Это у нас Балтимор и... Чарльстон, давайте. Нормально, что города захватывает. Сейчас начнется прям жесткая борьба за очки. Надеюсь, после этого разговора о том, что играл на победу испанца, закрыт. Ну, к тебе вообще претензий нет. Ты ко мне пришел и к нему пришел. Ты ко всем пришел. Что-то, просто что действия канадца были реально, ну, хотя бы объясняем, да, объяснимы, да. Что он пытался победить. Более того, я Лёша всего и видел. То есть... Он меня вообще всего обратил. Ну да, ну как минимум. Во-первых, я, кстати, неплохую религию при этом принял за него, сказать, что хуже стало. Конечно, хуже. У меня религия давала деньги. Стало еду давать. Чего? Я уже все заменил обратно. Ну, окей, не то вызов, что ты не особо терял момент, когда ты обращался. То есть потери были. Не присутствовать. Так, ну, что там, кого атакуют? О, у меня арбалет до сих пор на твоей территории, с ней рядом стоит. Да блин, ну финикийцы. Вообще подстава. Канадец, предложение. Слушай, я уран сам покупаю у американцев, поэтому никак. Мне он нужен. А что этот не это? Не ремонтируется никак. Сюда его и в ремонт хотя бы, не знаю. Фух, блин. Тяжко. Столица, да, вот этот? Да. Ну, я говорю, я подзатупил. Я вообще подзатупил в этой игре. И я мне... Честно говоря, когда Леша сказал, что я поставил заповедник, у меня глаза на лоб вылезли. Понятно. Я район должен был... Ну, то есть, мне этот заповедник обкакал полностью все, что только можно. Я из-за него в столице не поставил центр коммерции, короче, и у меня все пошло по одному месту. Этот заповедник — это просто жопа, а не заповедник. Извините за выражение. Канадец вот так вот
И в итоге я, да. Ну и тоже вопрос. Вот вроде ребалансили нации, да, дали инка, вроде должны быть гор побольше, а дали полосочку из гор, то есть 4 горы, полосочку и все. Надо. Ну, блин, сейчас интересно будет, кстати, досмотреть, кто выиграет. Ну, я ставлю на американцев. Тут уже угроза Испании ушла, и друг другу все сейчас напередавали этого урана. Короче, сейчас начнется, я чувствую, интересное самое. Очков по-прежнему у тебя больше. Мне кажется, ты зубы улетишь. Я? А у меня нечем, у меня типа ускорялки не открыты. Эти очки сейчас у меня на захватывают городов, и эти очки, они сильно упадут, и там уже вообще выйдет Челлинью, наверное. Ну, там у немца еще, и у Португалии очков много. Где... И у Челлинью тоже. А где истребитель? Я думаю, истребитель... уже не улетит, ускорялки все, ну, именно проекты уже успели. А, это Коимбра, блин. Я думаю, что за 20 ходов можно успеть... все проекты проюзать. Мне шпионами тут поломали уже все космодромы. Без шансов, на самом деле. К сожалению. Мобильный ЗРК. Но если меня кинут ядерку, я думаю, мне это все равно не поможет. Видимо. У тебя еще в Толедо остался космоход, кстати говоря. Соледа, но это единственный космопорт. Я там эти ускорялки буду запускать вообще, что уже не нужно будет. Не буду ремонтировать. Канадец, сделка. Ну, инк, я, наверное, тебе войну объявлю, чтобы захватывать города. Ну, это логично, правильно. Предложение, я тебе отправил. Ну, я все, я столицу потерял, я в теории уже наиграл. Все. Тебе надо на столицу попытаться отбить. За нее же дают больше очков, по-моему. Ладно, не буду ничего перекупать. Сейчас хоть карту увижу всю. Американец, а ты так и хотел, чтобы от захвата инка больше выиграл грек? Многоходовочка такая. Сто раз перекупались. Хрена себе. Офигеть, очень крутые минус, самолеты. Минус 100 сразу. Да как там? Пиздец просто. Ну очень много бафов. Так, стоп, это где у меня истребитель, вот. Это чтобы ваншотнуть робота, это сколько надо иметь боевой мощности? Ну, что-то бред какой-то. Что-то как-то реально... У него прокачка, только по одной прокачке вообще-то на самолетах нарисована.
Но если робот вообще без прокачек от этих то его можно шотнуть. У него две прокачки было. Ну не ваншот же, не ваншот истребителями, типа. Не, можно шотнуть, я шотал. Если робот не прокачан на ПВО, то он шотается нормально. Не, ну мне надо танки строить. Проектов. Тоже испанец, тоже уже мир, а то это больно смотреть на вот эти вот города все твои. Мир? Как ты планируешь заключить мир? Еще должен пройти ходов сколько-то. Нет, отведем из стата. Опять сломали мне. Так. Ну, я думаю, что из Сарагосы можно убирать. Этот у нас на губернатора был, да? А где у меня еще вот этот? Я не понял. Это меня затопило типа дамбы и уничтожило. Просто 4 нанес урон. Охренеть. И Финикия мне грабит караваны. Финикия, 2 юнита, я не знаю, что, ну что это, как вот с этим можно бороться вообще? Кстати, можно повысить. Современные ПТ-команды. Нафига я строю? Космопорты уже, видимо, уже нету смысла космопорта. Критика, все сгорело нахрен. Все мое производство там. Короче, у Грека, конечно, от карточек это просто трындец. У него, смотрите, у него истребитель имеет базовую мощь 100. Просто базовую мощь, без бафов дальнейших. Да. А сколько истребитель должен иметь мощь? Да нет, 100 это так и есть. Подожди, а где у тебя с карточек тогда, не пойму? Подожди, почему у меня истребитель имеет 110, а тут 100 просто? Какой-то бред. Челлинь, посмотри сделку. Так.
Трындец. О, 100% получил инженера, ну охренеть. Слушайте, может все-таки улететь тогда? Ускорялки 7 ходов. Слушайте, ну испанец-то все равно улетает. Да, ну, мне кажется, вероятность крайне мала. Я напомню, что у него... Это нормально вообще, что... Ты два раза армада не... Прикинь, армада линкоров не убивает разведчика. Это что причем такое? Первого. Если я правильно вижу, один единственный целый космопорт, и он вот в городе, который 8 жителей убитый. Пст, просто... Нет, просто еще и, а, видите, написано, у разведчика снижено. Какой-то бред, что-то не то происходит. И у нас пока дружба. Не должны были так были убиваться эти. Блин, у меня 8 караванов осталось из-за Финикии. Ну, видимо, придется так делать. Я больше не знаю, как мне эту проблему решить. Так, где у меня танчик появился, вот. Защитил. У меня еще домик военное ведомство, типа, у меня самолеты хилятся, когда они убивают. Круто. Правильно, это мой домик. В смысле, у меня он тоже есть. А, ты тоже делал. Имба, по-моему. Домик этот. Да, это имба вообще. Это вообще жесткая, лютая хрень. Ой, блин, а что у меня тут караваны же бегают? Надо забирать. Что, меня добьют на следующий ход, я надеюсь. А ты так этого хочешь? Да, в принципе, шо уже. Да, я бы тоже уже спать пошел. Да, я сейчас завалюсь. До обеда буду спать точно. Как это так? У Канады Мадрид. Шла туда этим
танком. А сначала я... Немец, предложение. Так, а что он делает? Губернатора. Так, это, наверное, Спарту. Немец, предложение. Так, обязательная оптимизация. Бля, я ни хрена не успею. Так, что у нас можно еще купить? Фингалу. Все, всем спасибо за игру. Спасибо за игру. Пусть победит сильнейший. Так, я достроил тут космопорт, по-моему. Давайте попробуем лунную экспедицию. Еще отправить. Но он же у меня самый, да, производственный. Блин, а что так мало производства? Довольство. Все-таки в Брагу. Так, что по шпионам? А этот у нас на что? Давайте я к себе посажу в Брагу, чтобы мне больше тут не не ломали. Следующим ходом.
Ну хоть нефти у меня до хрена, могу танки строить. Я вот не уверен, что мне хватит хода на зараженные территории. Честно говоря. Хватило. Блин, ну что там, почему кто-то... Это еще одним урок, потому что не стоит его хватит. Нет, своим единственным. Я говорю, единственный урок, потому что его хватило. Ну да. Нет, сейчас это плохо там плане. Ну, естественно, не без термоядерного оружия. А, жаль, как термоядерное. Когда она была, я что-то забыл уже. Изначально кинул в город, который Гамильтон, и в Оттаву она прилетела сразу. И вот под Оттаву. Как Оттава, казалось бы, она держалась, разве нет? У нее нормально ХП было, и я путаю уже что-то. Не долетело. Ты в меня что ли бросаешь? Попробовал. А зачем? Испытания ядерные. О, молодец, испанец. Правильно цели убираешь. О, давайте свои механизмы хоть построю. Планец, предложение. Так, тут на дамбу надо. Так, у меня тут танчик умрет, скорее всего. Не, слушайте, нафига мне это? Давайте проект Манхэттен и атомки в Грека. Я по-другому тут не вижу, как очки зарабатывать. Так, а здесь я, ну, наверное, меня, куплю... Почему у меня висит конгресс, но я его открыть не могу. У меня то же самое. Ни хрена себе.
А что, греку еще кто-то уран дал? Радиоактивный грек. Да, ну, это урана столько, что считаешь, что не дал. У меня вопрос, ядерки наносят урон по роботам? Нет. Это как раз фишка одна из роботов. Ну, вообще даже сам. Ну, история. Только почему? Да почему тут нету плотины-то, ёперный бабай? Уже поломано. Какой-то прикол. Да, кто-то греку еще атомку дает. Но это не кто-то, это американец конкретно. Просто против меня вот эта вся игра. Просто трындец. Это американец вот конкретно против меня хочет что-то все сделать. Челин это еще понятно тут. Просто очень неприятно с такими людьми играть, честно. Немец, это что такое было? Я сам этот город хотел захватить. Thank you.
испанец, предложение. Надо ли мне танки делать? Я думаю, надо. Грек, предложение. Ну, вообще все очень ровно идут. Американец 1300 имеет. Но американец забирает просто финики без робота. Ну, там, даже если был бы человек, он просто никакой игрок. Вставал. Так. Один ход постоим. Опять я. Что? На самом деле эти две ядерки вообще готовил там для американцев, для португальцев, если они будут улетать. Ну почему-то никто. То есть мой же уран против меня. Слушайте, а я не буду ничего говорить, но походу испанец все-таки выиграет. Я не буду говорить в прямой эфир, потому что мне надоело, что люди играют против. Пускай лучше уже испанец победит, его только канадец что-то делает. Тут реально в игре вот с испанцем делал что-то только канадец. И все. Испанец, а вы так на выдут играете. Тяжелое поражение. Трындец. Это финикия долбанная, просто задолбала. Скорее бы уже его американец забрал. Ну что мне из этого надо?
Давайте попробуем унс или... А, маскат давайте. Чтобы не грабили караваны мне. Я, подожди, это не маскат, блин. Ну, довольство с центром коммерции, предположим, но это не маскат, там этот должен быть. Могадиши. Она сейчас за 12 годов уже успеет улететь. Точно, даже запустила уже экспедицию. Блин, как он... Ну, у тебя два световых хода вход. Ну, если за 6 ходов ничего не случится, я могу победить, но... Но что-то случится? Да, у меня такое предчувствие, что случится что-то. Ну тут все у меня шпионы работают. 5 из 5. Ну это какой-то бред у него с самолетами, я просто... Фигею. Мобильность ОБРом. А, у меня ж тут принята хрень какая-то. Подождите. Ну, один ход, отлично. Производства вообще нигде нету нормального. Но это из-за несчастья, на самом деле. Это все из-за несчастья. Thank you.
Imaginad. Боже, я думал, ты не уберешь его. Канадец, куда крадется и подлодка? Он меня тнет. Да не знаю, зачем я накрывать, типа, если ты будешь улетать ядерку, у тебя тоже столько. Но да почему быть... я-то постоянно? Господи, смотри, вот сколько очков. Нет, у американца. Одну к американцу, одну к тебе. Кто будет улетать, того тебе. Да никто уже не улетит, тут повезет по очкам. Никто уже не улетит. 10 не ходов. Я уверен, что Германия победит. А, нет, так сейчас испанец победит, ребята. Ну, это очень удачно стекутся абсолютно. Но я все-таки думаю, что Германия улетит. Ну, у тебя же все порты разграблены. Но он два хода. Ну, видимо, у него где-то целый. Почему ты уверен, что у него все разграблено? Может быть, прямо именно уничтожено, то есть захвачен город там. Разрушен, наверное. Да, захвачен должен быть. Не, ну как? В смысле. Сейчас подожди. Просто я сейчас термоядерку кинул, я два космопорта разграбил. Твоя была? Значит, следующим ходом, наверное, будет... То есть, если вот ты этим ходом кидал, то, наверное, следующим ходом будет 0 опять. Не, все равно 2.
Значит, надо захватывать города с этими космопортами. Так, надо у канадца еще попросить. А, так он не ответил на прошлый раз. Канадец, посмотри предложение, пожалуйста. Сейчас. Современный танк. Я хочу тут ядерку строить. У тебя полностью еще должно было быть. Что? Говорю, полностью еще должно было быть наоборот. Почему? Я не понял нашего состояния, так сказать. Ну, ты прими или там откажись, пожалуйста. Время тикает. А? Не, я принял. Что-то я не получил ничего. Подожди, а может что-то другое? Блин. Что-то я не понял, а куда? А где 5 урана? Должно быть, я тебе должен 1400. Не, там тебя ресурс просил. Там не, у тебя не было ресурса? У меня деньги-то еще ладно. Чем мне вообще деньги уже не нужны. А что ты хотел из ресурсов-то? Ну, у тебя его уже нету, ты, видимо, его истратил. Его ровно ноль или чуть-чуть есть? Ровно ноль. Что, из полиции сколько тебе осталось? Ну, не очень много, к сожалению. Но надежда все теплится, что может везет. Потому что если за 3 хода меня не снесут 2 нужных города, то я покидаю. Тебе канадец, наверное, надо было Кордову разрушить. А зачем? Просто я так тут очки какие-то надеваю. Понимаешь, что я по ним уже не смогу понять. Друг. Это вот у нас не сдалось. Ну это прям очень-очень оптимистично. Что, у меня как бы там такие карточки стоят на этот физ. Мне показывает, что Кордова, значит, фу вояги. Так, современный танк, там 9 ходов нету смысла. Как бы. Что нормально. Наука нам больше не нужна. Так, порта еще одну атомную подводную лодку, чтобы с нее бросать. У нас 2 ядерки будет. Зачем ты космопорты достроил таки? Аристократ предложение. О, классная голосовалка. Предлагаю, американец теряет все оружие массового поражения. У меня его нет. Может, как у американцев всем сделать? Я будет ноль по американцам. Я он сказал, у него нет. Давай лучше, чтобы он потерял. Давай. Мы ж не знаем, на самом деле, врет он или нет. Лучше, чтобы у всех появились ядерки. Да мы не знаем, есть у него. А вдруг реально не врет? А кто его знает? Так, ресурс за янтарь я голосую. Теряет 2 очка американец. Он там лидер по дипломатии. Слушай, подожди, а...
Канадец, а у тебя есть ядерки? Одна строится. Одна только. Я просто думал, может, проголосовать, чтобы стало как у тебя, типа, ну, знаешь, если там у тебя... Я только на подходе. Так, мне надо на одну клетку подвинуться. Видите, у него тут три штуки самолетов. И ни одну не сбил. Немцы никто не забросал, не забросает. Ну, ну нет, тут на подходе. Да, боюсь, уже поздно. У тебя сколько того надо подержаться еще? Что? Видите, сколько ходов надо продержаться? Кстати, поздравьте, я строю свой космопорт. Какой-то раненый весь. Не надо ремонтировать. Нам только арену надо ремонтировать. Канадец, ну там, короче, надо забрать, если я попутал ядерками. Американец чисто за финики, за счет Финикии. Если я Сарагоса, это Лерда. Ну походу испанец таки побеждает, блин. Ну как вот это к вопросу о том, что надо. Слушай, а канадец, а надо ли тебе это? Почему ты должен это делать, чтобы победил? Американец, почему вот он этого не делает? Я города заберу, отобью столицу и мог. В смысле, там же немец уже побеждает? Может быть, у меня там в очках что-то. А, точно, немец, ё-моё. Так я вам говорю уже. Тут всё. Ну, кайф. Ну, если меня это уже не снесут, то я не знаю. Не, кайф, ты мне. Зато все со мной повоевали в итоге.
Слушай, СТС, можешь не забирать мой СТС, когда я стреляю, а то тоже не того. С тобой воевать, ну что-то такое вот. Ну, следующим ходом я убиваю тебе робота. За это. Может уничтожить? Не стесняться мне так. А что так странно? Едет. Блин, он уже и так бы умер в загрязнении. А, стоп. Это же мой. Все сгорело. Но тут хотя бы, знаете, ничего так стало и без лесопилок. Я уже и забыл про это, на это посмотреть. Ну, короче, извините, но я еще раз повторю, что это упоротая игра грека и американца. Грек, который во всем потакал испанцу и голосовал за плюс 10, а в итоге, когда у него не получилось с культурой и с туризмом, начал играть в упорку до конца. И американец, который почему-то решил нападать... Микс, по тебе один ход остался или два? Тех, кто... Я не спорю, что может я и лидер, я с этим не спорю, но я нахожусь очень далеко от него. У него есть рядом под боком испанец. Потом можно было бы выйти на немца. Разрушение под ноль, всего ХП. Я уже молчу о том, что захват инка почему-то выиграл от этого грек. А не американец. Я вообще не понимаю, в чем прикол. Знаете, такое ощущение, что это какой-то тимплей вот их вдвоем. По слоту. Ну и вообще, вот американец, если вы помните еще игру, где я был за Германию, он играл за Грузию. То есть у американца конкретно, по-моему, какие-то проблемы есть, очевидно. Ну и в итоге просто... Тебе завезло то, что у тебя два континента прям. Просто улетает пересечение столиц. Те, кого не трогали. То есть здесь, вот в моем представлении, максимально, ну как это сказать, необычно сыграл канадец. Вот, честно говоря, как он пришел... Я вообще не думал, что... То есть у меня даже не было идеи такой, что кто-то может прийти обращать меня, чтобы меня ослабить. И это реально помогло. То есть это сработало, получается. Испанец, нифига себе, молодец. Ну, честно скажу, все-таки почему-то на тебя играли грек и американец. Это, конечно, не умаляет твоих заслуг, это уменьшает их игру, умаляет. Ты, конечно, смог все-таки улететь, когда за тебя закидали ядеркой. Не понял, а немец, а тебе сколько оставалось? На 2 хода, наверное. Ну ты же там уже 8 лет улетал, типа, ну 8 лет вход. Нет, под конец уже не получится. Давайте посмотрим графики. Наука. Не, ну вот у меня вопрос, что делали все остальные в этом плане? Я тебе объясню, они почему-то, то есть американец почему-то
решил нападать на нас с инком, причем инка забрал большей частью грек, а не американец. Ну, и типа... Причем, вот вопрос. Инка три, ой, у грека три города забрано, у меня тоже три. Подожди, смотри, я подгадал, когда заканчивается дружба. Купил везде танков, построил на весь уран американский этих ядер. Причем строил так, чтобы купил, и весь уран сразу ядерки, чтобы никто не понял, что, они, что у меня там уран есть. Ну, у меня урана вообще не было, и даже рядом, то есть я вообще без урана в этой игре. Не, у меня рядом без шансов. Я тоже. Почему вот? Мне вот там один уран все-таки нашелся, к счастью. Ну, короче, они там могут обсуждать. Я могу вообще сказать, что я хочу, от этой игры удовольствия не получил, потому что я очевидно... Ну, типа, я его руками. Я, очевидно, чувствовал, что тут два игрока конкретно против меня играют, а не на свою победу. Частично этот план сработал. И зачем американцу было воевать изначально? Ну, там было плюс 5, предположим, но он присылал юниты, он приезжал ко мне грабил. Зачем грек вступил в войну? По счету в этой игре, да? Предположим. Предположим. Всю игру строя юниты, с выдумкой, конечно, канадец действовал, что-либо делал. Мне не хватило урана. Если бы у меня был уран, я бы мог как-то независимо действовать. Я бы раньше просто построил ядерки, и грек бы мне никак не мешал. Я бы просто его забрал бы. Но так как у меня ядерок не было, а я больше занимался войной с той же Канадой и с другими игроками, то я, собственно, и не смог грек. Ну, мне грек-то тут и не особо и нужен был. Тут скорее соперник у меня американец был с той стороны. Вот американец все делал против меня. И вопрос, зачем? Когда у него вон испанец улетел в итоге. И это по-моему, реально цирк больше превращать. Ну, ну и Челлини всю игру это говорил. Тупо вот клепание танков. Так что, не знаю, очень странная игра. Ну, Португалия, несомненно, хороша. Очень, очень приятно за нее играть, ничего не скажу. Мне даже, видите, ни караваны не банили, ничего. Но зачем-то вот решили, что я тут самый главный. Не, мне больше соперник, как всегда, сказал, типа, вообще, то вот если возвращаясь к игре за Германию, где все со мной воевали, а в это время на другом континенте улетели люди. Здесь опять зачем-то главный фокус на меня, когда там и Германия улетает, и Испания улетела. И только благодаря, в общем-то, канадцу, то есть он... Он, получается, своими действиями, ну, мешал, действительно. А все остальные, то есть, Челлини играл на любую победу, кроме своей. Американец, конечно, пытался победить, но ему было главное, чтобы я при этом не победил. Ему, я не думаю, что он расстроился, что он проиграл, но главное, что я не победил, понимаете? Вот в это тоже шло. Хотя, по логике игры, это никак... не явствовало. Единственное, там инк как об этом говорил, что там вообще-то испанец улетает. Почему вы стопаете португальца? На этом все. В общем-то, интересная была игра. Спасибо, что досмотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!